Поддержка болельщиков и забитые голы. В Курске прошел финал областного турнира по мини-футболу среди детей 2016 года рождения на Кубок Альтаира. В нем приняли участие 8 команд. 3 из них представляли Академию Авангарда. На поле кипели настоящие спортивные баталии. За второе место боролись юные футболисты из Авангард 16 и ЦСП-2. Захватывающая игра, переживания родителей, борьба за победу. Итоговый счет 8-3. Авангардовцы оказались сильнее. Я игрок ЦСП. Мне игра понравилась. Ничего страшного, мы проиграли. Мы играли достойно. Макар Маслов увлечен футболом. Выступает за команду «Авангард-16». На турнире выложился на все 100%. По итогам матча его признали лучшим нападающим. Мне нравится играть в футбол, потому что я моя команда выиграла, и я получил приз. Игра была напряженная, и мне понравилось. Первое место по итогам соревнований у команды «Авангард» «Синий». Тренер остался доволен результатами своих воспитанников. Конечно, были недостатки, особенно в первых играх, так как для ребят это непривычная атмосфера. Они играют первый раз против других команд, где много родителей, все кричат, болеют и так далее. К концу турнира уже стало лучше. Турнир проходил на базе футбольного комплекса «Альтаир-Арена». Это крытая площадка с искусственным газоном, где созданы комфортные условия для игроков. Значит, здесь очень качественное поле последнего поколения, очень мягкое для детей, просто прекрасная игра для них. Здесь условия все и комфортная температура, освещение хорошее, вот трибуны болеют, родители поддерживают. Здесь очень качественная все организация. Позаботились здесь и о комфорте болельщиков. В арене работает кафе, где можно перекусить и выпить горячий кофе. Открыли футбольный манеж в 2018 году. Учредитель Артур Саакян признается, это была давняя мечта – построить площадку для игры, тренировок, любительских и профессиональных команд. Дело в том, что у нас есть любительская команда «Альтаир». И мы все время снимали в разных местах стадион, там поле. И все время у нас было... Так неудобно, таких не было у нас. И вообще у нас в городе, в области таких футбольных поле, мини-поле не было. На крытом поле играют и взрослые, и дети. Соревнования помогают спортсменам не потерять форму и необходимые навыки за зиму. В следующем году здесь запланировано немало турниров. К участию в них планируют привлечь новые команды.